В предыдущих роликах вы вместе со мной путешествовали по Кирову и Пензе. Но если ты этого еще не видел или по какой-то причине пропустил, то переходи по ссылке в описании и смотри. Ну а мы продолжаем. Вышли погулять, у нас остановка Канаш, купили, сходили мороженое, будем кушать. Сейчас вы, наверное, подумаете, кто она, зачем она тут и что она нам рассказывает. Так вот. Всем привет, я Лиза, и вы попали на мой канал, и в этом влоге вы увидите, как мы провели целый день в Казани. Надеюсь, что вам понравится. Удачного просмотра. Ребят, не обращайте внимания на то, что сейчас происходит на экранах, потому что это мое привычное состояние, когда я уже собралась и готова выходить из поезда или самолета, но еще есть время, я просто начинаю дурачиться. Залетела на минимал дэнс. Все эфемер, но как digital sex. Зайди, программа, остаться вирусом. Вот и он, самый долгожданный казанский перрон. Наконец-то вы увидите этот замечательный город. Удаляй мою милость, я разогнал свою психику. Несмотря на то, что было очень светло, день уже подходил к концу, мы устали очень после поезда, так что привели себя в порядок, пожарили шашлыков, искупались в бассейне и легли спать. То вышли из метро, сейчас будем смотреть на Кремль, что изменилось здесь за 10 лет. Есть дракошка, на которую мы фоткали. К самой мечети не изменилась. Нет, она не изменилась. Doesn't hide your Hercules pride, but you don't know. Oh yeah, you know I felt it from the start, planned in my stars, but didn't believe. Yeah, you're killing me with your lies, sick and I'm tired, and now I see. Девочки, меня бы сфоткали, я такой красивый. Да вы что? А что, домишки-то фотографировать? А как? А, везде домишки одинаковые. Нет, не одинаковые. Не заметил, как мы подали на дно. Я опрометчиво тебя собрал из нот. Нас двое, но вряд ли это того стоит. Твои пули мимо, давай на чистоту. Если хочешь, я уйду. Если хочешь, я уйду. И твое имя шикая, как тату. Нас высадили на автостраде. Тут очень шумно. И огромный мост, по которому мы сейчас идем. А еще рядом я вижу стадион. И очень крутое здание. Где? Are you gonna swim the sea against the tide? Can you see these arms they're flung open wide? It brings me to my knees all the same.
tree. So will you be the vine that climbs the walls to me? And I said, oh, let it pull you from the depths of the ocean. Oh, until you feel that maybe you're not alone. It's coming. Дедушкам. Как вы уже, наверное, догадались, влог длиной в месяц заканчивается. Очень старалась над ним. Верю и надеюсь, что мое время, труд были не напрасны, и он вам интересен. В нем отразило все свое летнее путешествие. Поддержите меня лайком, подпиской и комментарием. По секрету, пока новых роликов не будет, так как учусь в 9 классе и все усилия уходят на учебу. Если что-то не так, извините, простите. Ваша Лиза. Всем пока-пока. До новых встреч.